Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 926. Найдите число, 18% которого равны 720. 18% – это 0,18. 1% – 1/100 часть. А чтобы найти все число, если мы знаем, чему равна часть этого числа, в нашем случае 18% – это 720. Надо значение части 720 разделить на часть, а это значит на 0,18. А это равно 4000. Мы вспомнили, как находить все число, если известна часть этого числа. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.